Еще одно происшествие выходных, которое получило большой резонанс среди горожан. Жители Рязани, начиная с пятницы, фотографировали лося, который свободно прогуливался по дорогам города. Информация о животном перевернула весь интернет. За это время в сети появилось несколько фотографий Сахатова, видео его передвижения и масса сообщений о координатах расположения лося. Люди как будто следили, что будет дальше. Его видели на Московском шоссе, в Борках, на проезде Шабулина. В общем, животное обошло весь город. О судьбе лося до сих пор неизвестно, но по некоторым неподтвержденным данным лося застрелили сотрудники Рязанской исправительной колонии номер 2, которая расположена в поселке Ворошиловка. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний, эта информация ложная. Там пояснили, что сотрудники колонии действительно видели лося. В этот момент он купался в озере неподалеку от исправительного учреждения. После этого животное вылезло из воды и побежало дальше. Куда отправился лось, неизвестно. На этом его следы пока что теряются.